Мы на канале Лилия Гаменюк и Виктория Гаменюк. Здесь я сижу в помещении, там, где рыбы. Здесь есть много чего. Здесь есть вот такие вот рыбки. Здесь такие рыбки. Тут все. Там все всякое есть. Здесь вот это вот. Здесь есть много рыбок. Здесь они как новые, можно сказать. Здесь их еще очень-очень много. Здесь очень-очень много. У меня есть сестра Вика Гаменюк. Ух ты! Здесь еще такие рыбки. Еще всякие рыбки. Так. И такие вот такие. Очень-очень большие. Так они были на улице, не переместили сюда, потому что им бы было холодно. И здесь есть такие. И всякие другие. Это все такие же. Здесь есть такие. И там такие. И все. Вот пройдем дальше сюда и познакомимся с моей сестрой Гаменюк Викой. А меня зовут Гаменюк Лилия. Пойдем познакомимся с Гаменюк Викой. Виктория, Вика, покажись. Вот наша Гаменюк Виктория. Мы сейчас идем в огород. Мы сейчас посидим и пойдем в огород. Огорода есть два. Один, который мы сейчас пойдем, а второй там есть. Мы покажем вам всякие тюльпанчики, ну, цветочки, вишенки и так далее. Мы будем показывать интервью. Моя Вика, моя сестра. Мы сейчас у бабушки. Так, ну все. Наверное, уже пойдем на огород. Вика, пошли. Мы идем на огород. Вот, на огород идем. Все. Мы пойдем на огород, и мы вам все покажем. У нас здесь есть... У нас здесь есть тюльпаны. Еще нет. Вот. Вот так вот, возьми вот так вот и дальше бабушке на огороде сфотографируй. Дальше. Я пока видео снимаю. Вот там среди этого тюльпан растет. Здесь всякие другие. Здесь такие желтенькие, такие. И там еще одни. И вот здесь такие вот фиолетовые белые. Ну вот. Еще раз покажу вам моей бабушке огород. Вот он. Вот, вон сама бабушка поливает цветы, чтобы они росли яркие и красивые. Вон моя сестра там чокается, фоткается. Ну, а мы пройдем дальше. Пусть они тут пока поливают, а я пойду покажу вам второй бабушкин огород. Я как бы поговорила так с бабушкой, сказала, что мы снимаем видео. Правда? Правда. И то. Я сейчас буду снимать видео, а видео называется «Лилия Гаменюк и Виктория Гаменюк». Ставьте очень-очень много лайков и подписку на наш канал. Лилия Гаменюк плюс Виктория Гаменюк. Получается любовь. Ну все. Мы сейчас идем,
идем в огород. Вот собачка, бусинка, ее зовут. Там Джессика. Остальные щенята их отвезли куда-то в другое поле, потому что они мешали. Там вон кошечка. Скотина мелкая. Брысь! На огороде капается. Вот собачки наши, но кошечка чужая. Так что мы вам сейчас покажем. Огород, видите? Какие тут... Видите, вот, а вот желтый. А какой этот красивый тут. Вон, вон. Да это просто вау. Это вау. Они еще пахнут вкусно. А вот тюльпанчик поломался. Ну, поделаешь. Вот какой. Мы летом помогали бабушке, чтобы такие вырастить. Ну, вам, наверное, понравилось. Да? Ну и что? Еще раз. Ставьте очень-очень много лайков. И подписывайтесь на наш канал. А вот еще одни. Вот такой еще темно-розовенький. Вот такие вот все. Ух, как классно! Ух! Вот еще я покажу. Вот, издалека вам. А вон там наша лужайка. Вон дерево. Видите? Вот всякие такие. А вот тюльпанчики, цветочки. Ну вот. А теперь мы пойдем. Ну вот еще один. А теперь мы пойдем сюда. Я вам показывала уже. То, что вот такие вот цветочки у меня есть. И подписывайтесь на наш канал. Ну вот. Вот еще. Вот еще всякие новые и классные цветочки. Вот еще. А пойдемте туда, там вообще красота. Здесь еще маленькие еще. А здесь такие. Такой цветочек. А вон и Вика Гаменюк. Вика, помаши. Вот Вика Гаменюк. Как я, Лиля Гаменюк. И вот мы подошли к... этим красивым цветочком. Вот один такой красивый цветочек. Вот еще один такой. А вот вообще вау просто. Еще там были такой тюльпанчик. И такие вот. Там еще бело-фиолетовый. А здесь розово-фиолетовый. Здесь видите, какие они красивые все. Вы вообще еще запах. Ну, а запах вообще торжественный. Ма! Я вам вот показываю. Это роза. Она колючая. Ее еще... Она еще не выросла. А раньше, когда она была еще... ну, еще... Была росла, пока ее не подрезали. Потому что она испортилась. Там были всякие цветочки. Ну, а вот еще одна наша повелительница роз. Так. Ну вот есть желтый тюльпанчик. Вот все. Какие-то они уже старенькие. А вот это самый любимый мой цветочек. Очень я его люблю. Вот этот тюльпанчик. И вот роза. Я их очень люблю. Очень. А вот на втором месте. Это на третьем. Вон еще, как говорится, их любят кушать змеи всякие. Вот еще одни. Один такой надрезанный, можно сказать. Кустик там тут. А вот там еще зелененький тюльпанчик. Еще он не до конца вырос. Вот посмотрите. Ай, сколько много паутин. Вот видите, еще зеленый. И вот еще зеленый еще вообще не раскрылся. Но мы пойдем сюда еще раз. Ну вот, как я говорила, второе, третье место. А там вообще первое. Вот, все такие разные, красивые. Вы тоже себе такие цветочки хотели? Да или нет? Напишите в комментариях. Ну вот здесь.
Я еще раз пройдусь. Ну и мы увидим Гаменюк Вику. Вот она тоже фоткает свои цветочки. Бабушкины. А вот самые красивые, любимые мои цветочки. Они розово-белые. Очень красивые тюльпаны. Тут красные тюльпаны. А тут супер просто. Красно. Такие красно-желтые. Здесь такие они уже завявшие. Ну, вот дерево. Вот еще одно дерево. Ну, а здесь мы увидим такие цветочки, которые я вам показывала. Сейчас покажу вот этот. Он как красивый. Ну, все. Мы фагаем и пойдем дальше. Вот здесь такие я вам показывала. Дерево. Вика идет дальше фоткаться. Так. Ну вот мы шагаем. И вот роза. Это желтая, это розовая. Ну а вот такие цветочки. Они чуть-чуть завявшие. А там собака бабушкина. Она такая страшная. Ну, не очень так страшная. Но я ее боюсь. А вот самый красивый. Ну, вот это дерево самое красивое. А вот самый мой любимый тюльпан. Это тюльпан самый мой любимый. Вот он такой колюсенький, можно сказать. Вот такой красивый. Ставьте лайки, если вам он понравился. А если он вам не понравился, ставьте тоже лайк. Вот такие. Всякие. Здесь цветочки. Я так их люблю. А вот дерево. Его отрубили. Ну ладно. Там такое же дерево. Там собака. Страшно мне ее выглядит. Клубника. И вон там собака. Собака. А здесь такие цветочки. Пойдем к собаке Бусинке и к собаке Джесске. Еще раз. В этот цветочек. Вот здесь такие красивые. Здесь пройдем дальше. Вот и Гаменюк Вика. Она тоже любит фоткаться. Видно. Так, ну вот. Вот такие красивые цветочки. Какие тут? Красно-розовые или красно-желтые? Красно-желтые. Вот они красно-желтые. Вот еще здесь. И вот такое дерево. Ну, а мы, как я говорила, направляемся к Бусинке и Джесске. Моя дедушка ее называет каштанка, когда она непослушная. Угу. Вот они две лежат, спят. Бусинг – это мама, то есть Джесска – это мама Бусинки. Ну все, наш ролик подходит к концу. Я сейчас покатаюсь на качели. Это у бабушки есть такая. Я сейчас покатаюсь на качели. И расскажу вам о моей жизни. Ставьте много-много лайков, чтобы я еще рассказывала о своей жизни. Мы завтра пойдем домой. Я вам покажу обязательно свою квартиру. Она довольно маленькая. Там две комнаты. Кухня и ванна с туалетом отдельно. Ну а у бабушки там еще елка. И дома еще цветочки некоторые. И там еще пчелы у нее завелись. И две собаки. Три. Там еще третья. И вот. Как наш ролик подходит к концу. Поставьте очень много лайков и подписка. Так. Ну я еще хотела вам сказать. То, что... Ну, как знаете, у меня есть папа. Его зовут Павел Гаменюк. И он тоже снимает видео, как мы выступаем на концертах.
Но мы там делаем всякие упражнения. Шпагат вверх – это разножка. Правый вверх – это правый просто. Ну и так далее. Левый – это просто левый. Ну, это так. А вот такие вот штучки – это основные. Ну вот. Здесь я вон пока вон елка, и возле там еще гном. Вот мы катаемся, катаемся, катаемся. И еще катаемся. Наш ролик подходит к концу. И мы скоро будем прощаться. Давайте сначала уже попрощаемся, чтобы завтра снять новые видосики, да? О, вот и подоспела наша сестричка Вика. Как вы ее видите, да? Она тоже снимает видео или фоткается. Ну, а наш ролик подходит к концу. Ладно, всем пока-пока! Я вас очень-очень-очень люблю. Смотрите этот видосик и ставьте очень-очень много лайков. Подпишитесь на канал, чтобы кнопочка была седенькая. Нажмите на колокольчик. И я вас очень люблю. И как я говорила, то, что Павел Гаменюк, это мой папа, да? Да. То, что у него есть тоже видео. Говорила? Говорила. И то, что, ну как сказать, ставьте ему тоже очень-очень много лайков, как мы танцуем, чтобы он стал популярным. А я вам буду ставить очень много лайков. И советую, то ставьте мне очень много лайков. Пожалуйста. Ну, как я говорила, мы сказали, поговорили о тюльпанах, о всяких цветочках, о рыб, о собаках, о моей сестре. И еще раз покажу вам лужайку там. Мы еще о лужайке говорили. Там есть камыши. Туда стекает дедушкина канализация, потому что там рыбы у него. И вон это вот, вон там вот она, видите? Там люди, два человека. Ну, вон, все такое. Я вам все хочу сказать. То, что ставьте очень-очень много лайков. Я уже говорю третий раз. Все, всем пока-пока.